Всем привет, друзья! С вами канал Владелец Аквариума, и я Дима. И моя собачка Кокос. Кокос, скажи привет! 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 Ребята, сегодня будет распаковка аквариумного сифона польской фирмы Aquail. Как всегда, сегодня суббота, и я не прошел на этот раз не мимо аптечки, а не смог пройти мимо зоомагазина. Тем более, что мне нужен был сифон для сифонки, а не просто слива воды. Вот. Давайте посмотрим, что же это за сифон. Итак, вот наш сифон. Называется он Aquail Gravel Cleaner S. Я так понимаю, размер S. Basic. Модель Basic. Изи старт, легкий старт, в общем, тут все понятно. Итак, собственно, из-за чего я брал вот эта колба. Тут есть наконечник, как скребок. Получается, это два в одном. Скребок и сифон. Наконечник снимается, вот его можно убрать. И сифон телескопический. То есть на мой 70-литровый аквариум это будет достаточно. Я думаю, вот в этом положении я его и буду использовать. Вот, собственно, сифон. Вот наконечник. Вот так он выглядит. Так, это в сторону. Собственно, шланг. Шланг, обыкновенный силиконовый шланг. Вот такого диаметра. Вот, вода будет не сильно выбегать. В общем, сегодня суббота, завтра у меня день подмены воды, я буду менять воду и сниму для вас, как это все выглядит. Сравним сифон китайский, который у меня, и этот сифон польский, который именно для сифона. Вот. Поэтому для вас пройдет одна секунда, а для меня целый вечер и целое утро. Ожидаем.